Набережная Дубровенки в областном центре – место притяжения. Как многие могилевчане и гости города, главный режиссер Могилевского драматического театра Саулис Варнас почти каждый день гуляет на склоне дня у реки. Он считает, что вечерний порой, когда зажигают фонари и окна домов, когда меняется освещение, происходит чудо и превращает знакомое днем пространство в иное измерение, в тайну. И этой тайне очень подходит японская и китайская поэзия. Итак, «Цветная пятница». Саулис Варнас и стихи на набережной. В горах Востока не был я давно, там розовых цветов полным-полно. Луна плывет вдали над облаками, а в чье оно опустится окно? Вижу белую цаплю, как на тихой осенней реке, словно иней спустилась и плавает там вдалеке. Загрустила душа моя, сердце в глубокой тоске. Одиноко стою я на песчаном пустом островке. Как странник я одет, готов к пути, а путь в волнах безбрежных исчезает. Когда вернусь, не знаю ничего, как белые те облака не знают.